Сотрудники ГИБДД перешли к решительным мерам. Машины, которые автовладельцы оставляют под знаками «Стоянка запрещена», теперь эвакуируют. Процедуру взятия авто владелец может остановить, но штрафа в размере 1500 рублей не сбежит в любом случае. Если водитель увидит, что его автомобиль грузит на эвакуатор, он в его интересах выйти сразу и сообщить сотрудникам, что он является владельцем. В таком случае на него будет составлен только административный материал за нарушение требований правил дорожного движения. И, соответственно, стоимость эвакуатора он оплачивать не будет. Если машину нарушителя все же увезли на штрафстоянку, хлопот владельцам не сбежать. Первым делом нужно позвонить в дежурную службу ГИБДД и узнать, что случилось с автомобилем. Если его не угнали, а эвакуировали, алгоритм дальнейших действий будет таким. Необходимо будет прибыть в дежурную часть ГИБДД. Там на него будет составлен административный материал по части 4 статьи 12.16 Кодекса об административных правонарушениях. Выписан штраф в размере 1500 рублей. После этого он получит разрешение на то, чтобы забрать свой автомобиль со стоянки. По прибытии на стоянке он оплатит стоимость эвакуатора сразу же, то есть это 2500 рублей, в зависимости от протяженности маршрута эвакуации, и стоимость хранения транспортного средства – это 40 рублей в час. Спецстоянка для эвакуированных авто находится на территории бывшего лесоторгового склада в районе Меланжевого комбината. Забрать свое транспортное средство владелец сможет только предъявив разрешение с ГИБДД и квитки об оплате. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.